На еженедельном совещании главы Чувашии обсудили и итоги рабочей поездки в Москву, где прошло первое заседание оргкомитета по празднованию 550-летия города Чебоксары и столетия образования чувашской автономии. В составе оргкомитета министр культуры России Владимир Мединский, глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместитель федеральных министров. На заседании побывала и съемочная группа Национального телевидения Чувашии. Глава Чувашии ознакомился с основными показателями экономического и социального развития республики. Рассказал о мероприятиях международного масштаба, проводимых в Чувашии. Алла Манилова подчеркнула о необходимости развивать сельские территории. Впрочем, по оценкам федеральных чиновников, Чувашия в этом плане опережает другие регионы. Если бы мы могли сделать, скажем, несколько таких в России, ну, где стартовые условия,